Всем доброе утро. Сегодня у нас 18 февраля, пятница. Гуляю в парке Музеон. Сегодня с другой стороны здания. Тут у нас набережная. Погодка, конечно, пока еще не ахти, но вид отсюда неплохой. Так, мутно видно. Сейчас попробуем. О, настроила. Так, тут у нас вдали на горизонте Крымский мост. Москва-Сити не видно, потому что сильный туман. Так, напротив, вот там в тумане видно здание МИДа. Смоленское недалеко, значит. Тут у нас набережная. Как-нибудь будет хорошая солнечная погода. Будем туда поближе подходить, к набережной. Пока там не очень интересно. Вот там снег чистят, убирают. Тут кафешки уже открыты. Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому. Кремль видно. Короче, все, ребятки, побежала я на работу.